Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в вечерние часы на улице Карцева обратили внимание на молодого человека, который фотографировал участки под скамейками. При обращении к данному гражданину он попытался сбежать. Но все оказалось безуспешным, и гражданин, доставленный в отдел полиции, признался, что в городе Ижевске наниматель ему направил по интернету координаты оптовой закладки, откуда он забрал наркотические вещества, и раскидал по 60 тайникам на территории города Нефтекамска. 29-летний житель города Ижевска ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье 228.1. В ходе досмотра у данного гражданина обнаружено 6 пакетиков с синтетическими наркотиками и 1 пакетик с растительной массой. В ходе работы следственно-оперативной группой наркотические средства со всех 60 тайников изъяты общей массой более 67 граммов. В настоящее время в отношении задержанного расследуется уголовное дело. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.